победил человека с таким большим, можно сказать, рейтингом. 1.716, 1.735 был. На классической играх 3+8, 3 минуты на игру даются, и каждый шаг 8 секунд прибавляет. Покажу анализ игры, где тут слабые места были, где я промахнулся, где он. Сперва покажу всю игру, чтобы тут как бы не путать, а то потом сам запутаюсь. Ну, в общем, я-то, может, и не запутаюсь, но другие запутаются. Тут он сдался. Черные сдались, белые победили. Вот. Тут был. Вот в конце видно, что уже у белых сильное преимущество. Вот были места, где черные могли. Вот черных было преимущество. Вот черные бьют мою королеву. Если я башни бью королеву, то они бьют мою башню и мат у меня. И конь уже только ничего не делает, а только огонь ее продлевает. Поэтому, если он бьет мою королеву, мне нужно уходить с этим. Он тогда бьет это. Я тогда иду тут. Он идет тут. Тут мне вот это все равно показывает, что черные как бы преимущество, хотя я пока и не понимаю почему. Персик, чем не ешь, вишню. Злочки гнотком мои, там гнотком малина. Более глубокий анализ делает, или тут как бы есть какой-то шанс вывернуться из этой ситуации. А вот для этого долго для черных думать, пусть не думает. Но тут времени не так много было. Так немножко
Даже удивился, почему это к близ не причисляется, ведь столько мало времени. Но, видимо, плюс 8 минут, это уже секунд, это достаточно много за каждый ход. А он пусть его самый первый, что подскажет, а для белых пусть продуманно долго думает. Посмотрим, или можно выкрутиться из такой ситуации. Ну, у черных преимущество с пешек, поэтому черным как бы преимущество. А, у белых нет королевы. А, все понятно. Вот тут этим шансом он не воспользовался. Вот если был бы слон выведен, тогда бы ничего бы не грозило, или если бы вот тут бы эта спешка была поднята, так? Вот я за спешкой погнался. Он тоже не заметил этого шага, что надо сбить. И вот я теперь отвел этого вот слона. Как-то даже не замечая никакой опасности. Теперь уже, что он сбьет мою королеву, мне ничего не грозит. Я все равно в плюсе. Как говорить, не надо было этого бить, надо было королеву бить. А то он вот теперь может тут королевой подойти и сразу на этих двух набросается. А я не могу отойти, потому что башня будет над королевой. Ну, допустим, он вот тут идет. Я в бок иду и защищаю коня. Он бьется. А, и слона не может быть, так как конь защищен. Все-таки тут ничего особо не грозит. Все равно Питер говорит, что это нехорошо. А вот тут у него какие-то были дырки, где он не воспользовался. Ну вот. Что я знаю. Вот тут у него преимущество было. Мог меня как бы победить. Ну, в общем. А теперь с анализом, где правильные шаги были. Вот для белых я уже знаю, что самый первый ход, это вот этот ход, самый лучший. Я их всегда и хожу. Правильно пошел. Ему даже бить не советуют. Так я нападаю на королеву ее в преимуществе.
нужно было с королевы это выйти. И что конем вышел, это сильно ничего не поменяло. Говорят, что надо этой спешкой выйти. Вот я так и сделал. Тут вперед спешку гнать надо было. Я ошибку сделал. Допустим, я тут, если он тут, а я тут. Тоже ошибку сделал. Тут свет. С кем играешь? Через интернет или с компьютером? Я с интернетом. С кем-то человеком? Да. А время сколько? Кто думает? 3 минуты плюс 8 минут за каждый шаг. Секунд за каждый шаг. То есть время работы сколько думаешь? Учитывается? Надо было тут идти. Бьет. Я бью. Рокировку. Видимо, мне тут потом он тут, я тут. Если бьет тут, я бью тут. Как бы у меня позиции выигрышные хоть. Там потом сложно очень. Он бить не может, потому что тут ему мат.
королеву потерял. Я пошел тут. И вот. А я бью и нападаю на его сына. Теперь я в минусе. Эти отходы как бы выглядят логичными, но как бы лучше бить, как и чаще всего. Ты потом остаешься с этими отходами позиций, противник выигрывает. С королевой лучше было бы быть. Вот тут моя сильная ошибка как бы была. Но он все восстановил. Я отошел и опять в плюсе. Сбил. Я в минусе. К концу подходит игра, то даже небольшое преимущество может привести к победе. И опять плюс. Это ошибку сделал. За пешки погнался. Он открывает короля своего. И раздробляет структуру пешек. Теперь они не единые, их легче поймать. А у меня вот тут единые, тут единые. Тут не надо. Опять не там пошел, но я как бы копал на. Тоже не там пошел. А теперь я уже тоже не там пошел. Большую ошибку сделал. Что тут полез? Я тоже ошибку сделал, что сбил его. Ну, допустим, я тут иду, он может на косяк бить. Почему? А, нет. Это ведь как бы должен смочь на косяк бить, если первый ход не почему. Не понимаю почему. Ай, это. Не тот случай. В общем, я себе ошибку сделал. Бьет. Хотя когда сбивает, показывается, чтобы позиции уравновешивать. А, потому что вот надо было не бить ему, а подойти.
ошибку сделал. Опять я ошибку. Ему надо было на коня напасть. И тогда коню негде было бы идти. Тут он опять мог напасть и бы напал на коня. Мне так. Так, я пью. Я вышел тут. Тут. Надо. Сглубже посмотрит или правильно сделал. Он мог ничью принести все. Так будет, наверное, повторяться.
дебилом. Пошел тут. И вперед они. Даже если он тут пошел. Если он бьет. Надо было просто идти вперед. Надо было думать. Допустим, я иду. Он бьет. Допустим, я тут. А тут у меня по-любому уже выигрышная позиция. Как бы я ни шел там. Тут, тут. Я пошел тут. Тут ошибку сделал. А я мог вот так даже, потом шаг. Он куда-то тут, я не увидел это. Тут пошел вперед. Если он тут, тогда я тут. Королева. Шахи делают. Я просто пошел с пешки кушать.